У него много ракет, ребята. У него много ракет. Я еще жив. Капец. Без разницы. По всем буду попадать. Нет. О, да ладно, я увернулся. Вы это видели? Всем привет, ребятки, с вами, как всегда, Артимен, мы в игре Hills of Steel, ребятушки, здесь вышло обново, появился новый эпический танчик Зенитка, как вы уже все знаете, и сегодня, ребятушки, мы с вами возьмем этот новый сногсшибательный, достаточно мощный танчик Зенитку и отправимся на нем сражаться против всех, ребятушки, боссов на максимальный рекорд и, конечно же, сразу с двойным выстрелом, чтобы сразу его затестить, так сказать, на максималочках. Ты перед началом подпишись, поставь лайк на этот ролик. Мы начинаем. И, ребятки, мне выпал бустер в очередь. Да, это тот самый бустер, то есть двойная пуля. Ну что, давайте берем ее и отправляемся сражаться на новом танчике Зенитки против всех боссов. Ну что, давайте посмотрим, как она будет против них воевать. Мы знаем, что это очень мощный, очень серьезный танк, ребята. У нее шрапнельные выстрелы, у нее реально очень сверхмощные выстрелы. Первого босса мы уже с вами побеждаем. Второй босс у нас начинается прямо сейчас, это армада. И прикол этого танчика в том, что она просто создана. Она просто создана для того, чтобы атаковать летающих целей. Это же зенитка, ребята, это настоящая зенитка. И мне кажется, это очень круто, ребят. Так, все, армада тоже у нас побеждена. Итак, следующий у нас босс, это легион. И сейчас мы его тоже, ребята, будем с вами побеждать. Да уж, мне очень интересно, какой рекорд поставит именно этот танчик. Мы, конечно, будем с вами несколько раз возрождаться тут стопроцентно, но погнали. Легион у нас тоже уже беспроблемно, можно так сказать, побежден. И двигаемся дальше, ребята, двигаемся дальше. Поехали просто вперед. Ну, а получай. Так, это у нас кнутер. Давай, давай, давай. Все, перезарядка окончена. Кнут тоже побежден, ребята. Начинаются летающие цели. И вот здесь самый кайф. Мы можем этих летающих целей просто безнаказанно атаковать, находясь на земле, просто поднимать свою пушку вверх. Это очень круто. Пока что мне даже не требуется этого. Я пока могу даже не поднимать свое орудие. Но в теории это можно. Можно вот так вот взять, поднять пушенцу нашу. И все. Все, кто летают, будут уничтожены. Это, конечно, мега круто, ребята. Так, бомбардир немножко там проехал куда-то. Давай, подъезжай сюда. Мое дуло направлено вверх, и я его уничтожаю. Вау, ну просто круто. Ну это просто крутая фишка, ребята. Когда танк теперь умеет поднимать ствол. Это же супер. Это супер. Это не хватало в Hills of Steel, вот добавили этот танчик, и по-любому этим самым разработчики тестируют функцию, значит, опускания и поднимания орудия. Наверное, скоро она появится в нашей игре и на других танках. Так, босс, лазерная пасть, давайте ее тоже завалим. И смотрите, даже эти разрывные снаряды зенитки отталкивают босса, она немножко отлетает от их взрывов, и лазерная пасть тоже побеждена, ребята. Следующий у нас босс, летающий повелитель, уже в очередной раз у нас, ребята, летающий именно босс, и нам ничего не стоит просто взять и направить нашу пушку вверх, и все, и сразу просто, ребята, моментальное уничтожение босса получилось очень даже круто. Дальше созерцатель, ребята, дальше созерцатель, и сейчас мы его также будем с вами уничтожунькать, уничтожать. Да, давай, подъезжай сюда. А ну, вау, аккуратно, 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 аккуратно. Так, давай, давай, давай. Все, да, и созерцатель тоже, ребята, уничтожен. Блин, какой классный танчик у нее еще в конце перезарядки. Такой вот дзинь, как на винтовке М1 Карант, если кто шарит, конечно. Так, босс Тарантул, ребята, босс Тарантул. Так, ну что, это самый сложный босс. И смотрите, реально шрапнелью, кстати, попадает. Попадает шрапнелью наша зениточка, это видно. Но, конечно, прямое попадание наносит гораздо больше урона. Это понятно. Ой-ой-ой-ой. Так, вот здесь немножко проблема против Тарантула, потому что нам все-таки нельзя близко подъезжать. Нужно атаковать издалека. А издалека снаряды, снаряды зенитки, ребята. Как вы понимаете, далеко не летят, они взрываются очень близко. Так, ладно, ребята, у нас дальше удар грома. Удар грома на штующий босяра. У нас началась вторая волна. Зенитка дошла до второй волны. Было бы странно, если бы она вообще не дошла. Вот смотрите, как она боссов отталкивает, реально очень мощно. Ну вы видели, они просто что-то там куда-то подлетают, отталкиваются. И это на самом деле жестко для такого танчика, как зенитка. Блин, какой же классный эпик танк. И самый прикол, ребята, что этот эпик танк вы можете получить даже из обычных сундуков. Из обычных, самых простых вы его получите, 100% вам говорю. Поэтому этот танчик 100% будет у всех. Так, босс армада, побеждаем. И он побежден, ребята. Итак, дальше на нас вылетает уже гонец ада. Отлично, я могу вот так вот просто направить в него свой ствол, даже не поднимая его. Ну ладно, давайте поднимем, чтобы сразу его уничтожить, как только он над нами пролетит. Давай, пролетай. На!
Хо-хо-хо. Ну, это круто, ребята. Это реально круто. Крутая фишка с поднятием орудия. Это реально что-то новенькое в нашей игре. А дальше у нас, ребята, с вами бомбардир. И... ой-ой-ой, у меня перезарядка. Я ушел на перезарядку. Так, ладно, поднимаем пушку. Поднимаем, пролетай сюда. И получай. Вау! Хо-хо! Супер, ребята, вы видели? Только чисто благодаря поднятой пушке я смог его так жестко гасануть. Это, конечно, прикольно. Так, лазерная пасть. Следующий босяра, ребятки. Лазерная пасть. Наш следующий с вами босс. Так, опа, опа, так, отлично, получается неплохо. Давайте, давайте, так, главное к ней близко не подъезжать, вот-вот-вот, а то начнет стрелять. А-а-а! Вот это проблема, ребята, вот это проблема. Все-таки, да, наша зенитка не очень далеко стреляет, снаряды разрываются раньше, чем они долетают. Если такое происходит, то урона мы наносим меньше, а противники начинают по нам в этот момент стрелять. Так, ладно, ну лазерную пасть мы сейчас загасим в любом случае. Все, да, она уже побеждена, ребята. Да, чувствуется, что на второй волне, конечно, нашей, собственно, как ее зовут, нашей зенитки стало чуть посложнее. Чуть посложнее стало, но пока она справляется, и это происходит без проблем. Так, повелителя! Хо-хо-хо! Летающие цели, просто вы смотрите. Летающих целей она реально уничтожает и сбивает очень быстро и очень мощно. Созерцатель. Наш следующий босс. И так, подлетай сюда. Это снова летающий чел. Мы его сейчас будем гасить просто по летающим. Конечно, жестко атакует. Так, так, главное не переворачиваемся. Главное подъезжаем поближе. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, чуть не попал под его лазеры. Капец. Блин, блин. А-а-а, я попал под его лазер. Жесть, я не смог просто увернуться. Капец, я очень много урона получил только из-за того, что в меня попал один лазер созерцателя. Блин, жестко, ребята, еще и тарантул. У нас босс тарантул, и это очень плохо. Я использую аптечку, потому что иначе будет сейчас полный капец. Потому что тарантул тоже умеет стрелять очень далеко, ребята. Тарантул стреляет очень далеко и очень, блин, больно. А-а-а, нифига себе, вы смотрите. Вот тут уже, конечно, проблема. У тарантула капец как много жизней, а у меня-то нет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, погоди. Погоди, подъезжаем, подъезжаем поближе. Давай поближе, 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 чтобы атаковать этого босяру. А-а-а, сейчас он меня загасит. Фух, я еще жив. Я еще жив, там хвостатый на меня едет. Давай. А-а-а, да. Фух, еле как, ребята. Еле как победил хвостатого на второй волне. И у нас третья, ребята, волна. Третий круг боссов начался прямо сейчас. Да, теперь они стали еще сильнее, еще мощнее. А у меня нету хпшек, ребята, и нету аптечек. Но, тем не менее, смотрите, моя атака все равно достаточно мощная. Так, 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 так. Ну, правда, он меня сейчас загасит, походу. Он меня сейчас загасит, давай. А-а-а, yes, я еще жив. Я еще жив, ребята, я на зенитке еще жив. Моя первая жизнь, конечно, почти закончена на этом танке. Почти все хпшки мне уже сняли, но я пока еще жив. Да, я не сдаюсь, ребята, я не буду сдаваться. Я все-таки на зенитке. Так, 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 так. Воу-воу-воу, так, армада, армада, армада. Нет, я знаю, что она умеет стрелять далеко. Я это прекрасно знаю. Давай, давай, да. Фух, успел. Прямо ее снаряд уже в меня летел, но я ее успел уничтожить раньше, чем ее снаряд до меня долетит. Капец, просто жестко. Легион наш следующий босс. Так, подъезжай сюда, легиончик. Мы пока еще живы, ребята, и это очень хорошо. А вот легион, есть шансы, что он нам сейчас все подпортит. Нет, у него много ракет, ребята, у него много ракет. Я еще жив. Капец, как я еще живу. У меня там просто один пиксель, один миллиметрик вот этих вот хпшек. Но я еще жив, ребята. Так, а вот кнут, да, вот кнут, походу, все, ребята. Сейчас он просто запустит свою одну гранатку, которая рядом где-то со мной взорвется. И все, и все, ребята. И походу будет каю, капец. Давай, блин, он прям в меня попал. Вы это видели? Прям в мою башню попал. Ладно, ребята, я возрождаюсь, конечно же. Так, 100% хпшек у нас. Мы еще и можем выбрать доп-способность. Это вообще, по-моему, мега круто. Давайте возьмем. Конечно, у нас будет две аптечки. Вперед, давай, едь. Вау! Так, 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 так. Зениточка, держись, держись, родная. Давай. Все, супер, все. Кнут побежден. Нас просто зажали еще и в конец карты. Нам надо срочно, ребята, отъехать и занять более выгодную позицию, так скажем. Так, 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 так. Вот он, босс. Воу, все, супер, валим, валим, как говорится, вперед, куда-нибудь нам нужно спрятаться. Нам, точнее, не спрятаться, нам нужно найти более выгодную позицию для этого танчика, чтобы можно было удобнее всех атаковать. Так, так, вау, она так же, как
как этот, как танчик башни, умеет садиться на спину, точнее ложиться на спину, и атаковать всех, кто находится сверху, даже не поднимая пушку. Так, ну что, Гонсалада можем атаковать прямо из этой горочки. У нас это удачно получается. Следующий у нас босс, ребята, с вами бомбардир. И мы его сейчас будем тоже с вами побеждать. Так, подлетай сюда, бомбардирчик. На тебе получай. Вау, отлично. Да я его вообще почти полностью победил просто с двух обоим. Да, две обоймы я в него выпустил. Ну, точнее, не обойму, а два, ну, как это сказать, две очереди. Вот, две очереди своих выстрелов. Так, и, кстати, я ошибся. В одной очереди здесь, по-моему, три выстрела. То есть ты один раз нажал, она выпустила три пули. И таких три пули у тебя в обойме три. Да, ну, короче, три раза по три. То есть вот я стреляю, раз, два, три, да, получается три же выстрела. Ну, вроде да, вроде как три, если я не ошибаюсь. Или четыре. Нет, по-моему, четыре. Не, ребят, по-моему, все-таки 4. Нет, да, 4. 4 все-таки выстрела за одно нажатие. И получается всего в обойме 12 выстрелов. Вот, и она перезаряжается. Так, отлично, давайте, давайте лазерная пасть. Это мощный босс, ребята, шутить с ним мы не будем. Я подниму пушку, чтобы атаковать, пока я отступаю. Это очень удобная фишка, потому что ствол смотрит прямо на босса. Я при этом могу уехать под каким угодно углом. Это очень классно, особенно при отступлении. Так, давайте лазерную пасть. Гасим, гасим, гасим. Фух, все, побежали. Побеждена, побеждена, тоже лазерная пасть просто изничтожена. Дальше у нас босс, ребята, повелитель. Снова летающий босс, и этого босса просто... Ой, ой, нет, нет, поднимай пушку, давай, вау, так, 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 давай, гаси, блин, как классно, что у нее реально поднимается ствол. Вы просто смотрите, как это удобно, я реально там немножко ошибся. У меня начало шатать танчик, но я смог просто поднять пушечку, и все, и я атакую всех целей, которые передо мной. Хоть летающий, хоть не летающий, вообще без разницы. По всем буду попадать. Нет! О, да ладно, я увернулся. Вы это видели? Офигеть, он очень близко подъехал. Я не ожидал, что я не успею от него отъехать. Так, давай, 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 давай. Созерцателя гасим, давай. О, успел, все, супер. И этот босяра тоже побежден. У нас, ребята, тарантул. Тарантул на третьей волне. На третьем круге. Это завершающий босс этого круга. И это очень сложный босс, ребята. Это очень сложный, капец, какой мощный босс. И я его могу не одолеть, потому что он очень сильно мощный. Я просто, ребята, не шучу. Его реально капец как сложно побеждать. Нет, 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 нет. Блин, у него почему-то очень много жизни. Я не знаю, с чем это связано, но здесь он очень, ребята, мощный. Я использую все аптечки, которые у меня есть, потому что иначе он меня сейчас просто загасит. Вот почему-то единственный босс, который самый сложный для зенитки, это именно тарантул. Смотрите, первую стадию зенитка даже с двойными выстрелами очень сильно, ребята, очень сложно побеждать. И как видите, меня даже хвостатый победил. Но, конечно, я, ребята, возражусь. Я вас специально сделаю возрождение, чтобы у нас было больше шансов еще поиграть. Так, у нас здоровье, 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 блин. Хвостатого, хвостатого побеждаю. Фух, а то он может с одного раза, просто с одного удара взять меня и кокнуть, если у него получится это, конечно, если он это сделает. Так, ребята, четвертая волна началась, четвертый круг мощных боссов. И, блин, мы загнаны в конец карты, это, конечно, проблема. Так, поднимаем пушку. Мы можем вот так вот стоять, поднявшись пушкой, и стрелять все, кто подъезжает к нам из-за этой горки. Это, кстати, прикольно, смотрите-ка. Ну да, только такая фишка не сработает с армадой. Потому что босс армада тебя все равно будет стрелять через эту горочку. Блин, так, надо, конечно, что-то с этим делать. Потому что иначе меня сейчас армада просто здесь загасит. Так, давайте-ка вперед, давайте-ка вперед. И давай, отъезжай, 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 босяра. Отъезжай, дуже, дуже, блин, не могу по нему попасть. Просто не могу попасть, да что ж такое-то, давай. Ну же, давай, блин, застряли. Фух, все, наконец-то я его уничтожил. Но, блин, половину хпшек он мне снял просто, чтобы я преодолел эту горку. Но если бы я ее, ребята, не преодолел, меня бы сейчас армада там закидала своими снарядами. Поэтому у меня был небольшой выбор, собственно. Так, ну мы пока еще держимся. Ну, блин, боссы очень мощные боссы. Я не знаю, что с ними делать, ребята. Все, уже четвертая волна идет. Четвертый круг боссов. Это мега хард. Мега сложно, но танчик зенитка дошла до этого мега харда. Да, я именно после, получается, когда? Получается, я прям в конце третьего круга меня уничтожил тарантул. И получается, два возрождения, как мы обычно с вами использовали, оправдали себя. И зенитка реально очень круто показала против боссов. Сейчас мы еще можем немножко повоевать, имея некоторые возрождения, потому что возрождения в нашей игре теперь, походу, бесконечные. Главное, чтобы у тебя были гемасики. Ну вот, у меня гемасики есть, и я хочу еще немного посражаться, когда уж прям сейчас вот прям увидим, когда зениткой будет очень сложно побеждать. Вот прям сейчас, на четвертом круге боссов, мне кажется, будет очень сложно. Блин, танчики, боссы, я имею в виду, иногда прям так сильно отлетают, прям и снаряды, и танки отлетают. Я не знаю, с чем это связано.
Так, а вот теперь бомбардир. Здесь немножко посложнее. Здесь надо, чтобы твой танчик был маневренный, потому что надо уезжать от его бомб. Это немного опасненько и даже сложненько, я бы вам сказал. А вот немножко есть проблема у маневренности с зениткой. Мы это уже с вами поняли. Она долго тормозит и долго разгоняется. Это реально правда. Так, давай поднимай пушку. Хорошо, что она умеет поднимать пушку. Без этого я бы уже продул этому бомбардиру. Ребята, у нас лазерная пасть, следующий босс. У нас все боссы стали мега сложными, потому что это пятый круг, пятая волна. Это просто жесть, ребята. Так, нет! Ой-ой-ой, сильно близко, сильно близко, сильно близко. Фух, хорошо, что она промазала. Просто какая-то матрица, ребята. Уворачиваюсь от снарядов боссов в прямом эфире. Уже, блин, какой босс подряд меня пытается уничтожить, добить мои последние хпшки. Несмотря на то, что хпшек у них реально очень много, ребята. Очень много. Так, зениточка, держи, держи лазерную пасть, чтобы она не подъезжала. Хорошо, что она ее умеет отталкивать. И даже лазерную пасть, ребята, мы побеждаем уже в пятый раз. Обалдеть, обалдеть, я такого не ожидал. Я реально такого не ожидал от этого танчилы. Просто жесть, ребята. Так, повелитель на меня едет. Так, отлично. Давай, давай, давай. Вот этот босс меня сейчас может уничтожить. Есть такой шанс, есть такой шанс, потому что у него смертоносные лазеры. Так, ну-ка, уничтожил, блин. Я думал через него проехать, но у меня, ребята, не получилось. Не получилось. 64 гемаса стоит возрождение. Конечно, я уже возрождаться не буду, потому что, ребятушки, мы сделали все, что могли на этой крохе, на этой зенитке. Ребята, ну вы сами видите. Видели, сколько я использовал возрождений. Я немножко больше возрождался, чем положено. Но все равно она показала офигенный, ребята, результат. Зенитка показала реально крутой результат. 3124 очка и 11000 монет я заработал, играя на этом эпическом танке против боссов. Это очень крутой счет для такого танчика. Итак, ребятки, в очередной раз мы с вами проверили наш новый танчик зенитку и выяснили, что она реально мощная и реально очень-очень классная фишка с подъемом орудия, которая реально ее может спасать и помогает во многих ситуациях, в которых у других танчиков такой плюшки просто нету. И это очень круто. Вот такой ролик. Если он тебе понравился, посмотри предыдущий ролик, как я играл на этой новой зенитке в боях 1 на 1 и 2 на 2. С вами был Артемен. Всем до новых встреч. Всем пока-пока.